Привет, друзья! Я Фикс Прайс на проспекте Большевиков 33 и проспект Большевиков 24, Санкт-Петербург. Походим по магазину, поищем новинки и полезные, нужные товары для дома. Приятного вам просмотра! Начну, пожалуй, с отдела посуды. Вы только посмотрите, что вновь поступило. Это пиала 610 мл керамика, розовые цветочки, розовый ободок. Я такую покупала себе год назад. До сих пор она как новая. 99 рублей. И вот это тоже новинка. Это кружка 400 мл, двухцветная, в крапинку, с цветной серединкой. Это фарфор. Очень мне понравились кружки, но ценника на них пока не было. Кружка 370 мл. По-моему, это зимняя коллекция. Но вывесили все расцветки. Это фарфор. 83 рубля. А это новинка. Глубокая тарелка. 880 мл. Посмотрите, какой дизайн интересный. Это фарфор. Стоит 149 рублей. Тарелочка очень мне понравилась. Очень красивая. Подставка для столовых приборов с поддоном. Высота 15,5 сантиметров. Вот такие рифленые стеночки. Три расцветки. 124 рубля. Это также новое поступление. Тарелка 20,5 сантиметров. Фарфор. Написано 79 рублей. Большой кувшин на литр 800 для горячих и холодных напитков. Боросиликатное стекло, бамбук и силикон. Выдерживают температуру до плюс 150 градусов. 349 рублей. Салатник на литр 300. Толстое стекло, объемный рисунок с внешней стороны. 149 рублей. Салатник диаметр 23 сантиметра. Вот такой в форме цветка. Также с объемным рисунком 116 рублей. Сюда также поступили подносы 30,5 сантиметров с бортиками, сталь и полипропилен. 299 рублей. Хорошие отзывы. Стеклянная банка с бамбуковой крышкой, с бамбуковой ложкой, силиконовой прослойкой. 249 рублей. Вновь привезли. Терка четырехгранная, 22 сантиметра, нержавеющая сталь, ручка из полипропилена, три цвета ручек, 124 рубля. Терка с деревянной ручкой, 22 сантиметра, два вида зубчиков, 69 рублей. Новые ножи я вам показывала, сюда также привезли, 55 рублей и 59 рублей. Ручка из пшеничного волокна и полипропилена. Треугольный контейнер для хранения сыра 59 рублей. Поступили шорты на девочек. Имеются два кармана, широкая резинка и пояс, который можно затянуть. Материал полиэстер, но шортики очень приятные на ощупь. Производитель Москва. Есть однотонные шорты. Посмотрите, какие приятные. Есть ярко-синий, темно-синий. Клетка есть черно-белая и розовая с белым. Производитель Москва. 299 рублей. Панама женская из 100% хлопка. Отлично, просто сшиты. Остальные все очень яркие. Китай. 249 рублей. Мини-вентилятор с подсветкой, имеется удобный шнурок, подвеска, работает батарея, которую надо купить отдельно. Две расцветки, 149 рублей. Для рыбаков новинка, катушка с леской, для рыбалки 100 метров. Безинерционная, задний фрикционный тормоз, складывающаяся рукоять с винтовым фиксатором, стопор обратного хода ротора, регулировка тормозного механизма. Еще много каких-то незнакомых мне деталей и слов. 399 рублей. Набор для ванной комнаты. Коврик 40 на 60 сантиметров. И штора 180 на 180 сантиметров. Коврик очень толстенький, противоскользящие точки. Три расцветки. Темно-синий, вот такой коричневый, рыжий и серый. 349 рублей.
новинки в уходовой косметике, крем-гель для душа, аромат цветка сакуры и миндальное молочко, цветок хлопка и кокосовая вода, ароматы риса и рисовое молочко России 99 рублей. Гель для душа увлажняющий и смягчающий, апельсин и ваниль, аромат спелой дыни и арбуза 99 рублей Россия. Этот гель также из последних новинок. Нежный кокос и свежий лайм. 750 мл, 124 рубля. Крем-гель для душа Dove с дозатором. Инжир и лепестки апельсина. 610 мл. Производитель Россия. 299 рублей. Друзья, приглашаю вас в магазин «Окей». Прогуляемся, посмотрим новинки в отделе посуда и полезные товары. Приятного вам просмотра. Какие симпатичные соусницы, сделанные из фарфора. 150 рублей. Это из стекла. Вот такой небольшой, 40 рублей, 11 сантиметров. Со скидкой. Побольше. 55, 79, большой 140. Какая сырница с крышкой. Дно из дерева, сверху пластик. Так, 24 на 18, 107 сантиметров, 900 рублей. Бамбук. Мисс Бамбук. Это новинка. Блюдо под хрусталь, но это стекло. Объемные узоры с внешней стороны, 200 рублей. Вот такое маленькое, 150. И с цветным дном, стеклянный. Также со скидками 120 рублей. Вот смотрите, донос разноцветный. Красный, зеленый, желтый. Побольше 170, а большие 250 рублей. Бутылка для масла или уксуса. Вот с таким дозатором. На пол-литра. 399. Бульонница я вам показывала. 300 рублей со скидкой. Это фарфор. А вот такие... Бульон, это кружка суповая, 700 рублей, 480 миллилитров. Тонкий фарфор, она легкая. Масленки, тут и низ пластик, и верх пластик, бытпласт. 189 и 270 рублей. Чуть-чуть повыше крышка. Бутылка полностью стеклянная, 17 на 10 сантиметров, тяжелая, 600 рублей. Так, соусник 190, креманка 135. Я смешивание, тяжелая, стеклянная, большая, на 3 литра, 500 рублей со скидкой. Так, на 2 литра 400, на литр 300 рублей. Вот такие кружки, это как супница. 350 рублей. Тонкий фарфор. С коробками 320. С кочками дорогие 500. Вот с таким замком, с силиконовой прослойкой. Так, на пол-литра 190 стоит. А на 250 миллилитров 150. И... Побольше не видно. 200 рублей. Новинка – это лоток для столовых приборов раздвижной. 35 сантиметров, высота 5 сантиметров. Раздвигается до 42 сантиметров. Вот такой крепкий пластик. 900 рублей. Органайзер для посуды. Размер регулируется. Одна штука в комплекте, понятно. Так, размер 40-54 на 15-10, 800 рублей. Стиби лофт, подставка из стали 600 рублей для приборов. Вот такая подставка мне понравилась, деревянное дно, 800 рублей. Для столовых приборов из пластика с поддоном. Вот таких несколько отделений, 250 рублей.
Вот такая тоже стоит 250. А есть еще проще, без поддона. 140 рублей. Бор от Luminarc. Везде 4 предмета, 2 пары. Кружка и блюдце. 600 рублей со скидкой. Есть такие розового цвета, темно-розового. И есть синие. Здесь боросиликатное стекло и пробка. Смотрите, какие цены. А здесь баночки с бамбуковой крышкой и силиконовой прослойкой. Всем понравился. Это стекло. Тут прослойка такая большая, силиконовая. И металлическая крышка. 750 рублей. Объем 1,2 литра. Стаканы пластиковые на объем 1 литр. Носик для слива, мерная шкала, 250 рублей. Так, вот такой уже, тоже пластик, кстати, 700 рублей на 1 литр. Вот такой 200 рублей, а маленький 130. Пластиковый на 1,5 литра с крышкой. Красивые летние цветы. Есть еще вот такой. Так, стоит 320 рублей. Детский для напитков с таким держателем силиконовым, мимимишки. Объем 400 миллилитров, 330 рублей. Ланчбоксы, смотрите. Мимимишки, 190 рублей. Замками. Стеклянная бутылка в чехле силиконовую с бамбуковой крышкой. Там прослойка, как положено. Есть вот такой цвет. 400 рублей со скидкой, объем 550. Красиво выглядит иначе. Просто крышка откручивается. Также стоит 400 рублей. Серия с листочками. Смотрите, какие скидки. Обеденная тарелка 150 рублей. Большое блюдо также 150, десертное 130 и салатничек 130 рублей. Тарелка 4-граммная с пластиковой ручкой. Здесь стоит 470 рублей или 600 даже. А фикс прайс 124. Для напитков вот такой с гранями. 1,4 литра, 500 рублей сейчас стоит. Стаканчик такой же 500, маленький 400. Есть такие же фужеры для шампанского, 200 рублей. Вот. Уже для консервации все выставили. Смотрите цены. Это прихватка для банок. 150 рублей стальная. Восемь рублей такая крышинка закаточная. Полуавтоматическая с подшипником. Сделана в России. Стоит 800 рублей сейчас со скидками. Здесь рабочая часть стальная, термопластичная резина, ручка и полипропилен. Полуавтоматическая для закрутки 600 рублей. Вот такая вот тяжелая, кстати, стальная. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Апраксин двор. Садовая. А мы ходим по территории гостиного двора вокруг. Когда-то зимой с Сашей ходили в центре гостиного двора. Было культурно-развлекательное пространство. Но в этот раз закрытые двери были. То ли совсем закрыли, то ли временно, непонятно. В общем, пошли мы на Сенную площадь.
пошли мы опять покушать и попить кофе в пространство Сена. Мы с вами уже там были месяц назад. Нам очень понравилось. Какая хорошенькая. Собачка худенькая. Собачка, смотри. На шпагате. Вот куда мы пошли. Класс. Ну какая странятина. Чудесное место. Кто будет в гостях в Санкт-Петербурге, заходите. Это за торговым центром ПИК. Совсем рядом. Около метро. Вкусный кофе. Вкусно можно покушать. Магазины. Можно поиграть на пианино, фортепиано. Бесплатно. Друзья, с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего вам самого хорошего и пока.